Ребята, если вы приехали в Буду отдыхать и хотите купить свежую рыбу, то можно купить свежую рыбу возле причала, в Буду, не доходя до старого города. И есть заправка, яхта Марина, где можно заправиться. Рыбное судно приезжает сюда вторник, четверг, субботу и воскресенье. 4 часа вечера. Здесь вот как раз стол есть, все ждут свеженькую рыбу, чтобы она пришла. И можете здесь себе привезти. Вот судно прибыло уже, и как раз везут вот, скажем, на тележке рыбу. Вот она, рыбка свеженькая выловлена. Матео, рыба, запроси. Матео, рыба. Рыба, Матео, мучили, что все люди около. Она живая. Вот сам. Эта рыба называется Сан-Пьер. Она без костей. Хорошая рыба. Так, мы пошли рыбу покупать. Ой, вот это почем продает этот рыбу? Могу сам это пройдемо. Вот эта хорошая рыбка, мне нравится, у нее мало костей. За 20. Сколько кошек килограмм? 8 евро. 8 евро. Ове су 8 евро. Добро. А ове су вече. Яйцо. Сейчас будет все разбирать рыбку. Да. А вот это морской петух. У него и когти есть. И он летает над водой тогда. Вот морской петух. Оп. Сан-Пьер, да? Да, это Сан-Пьер, еще живой. Живой? Живой, да. Сейчас вам покажу, как люди все здесь ждут, чтобы купить рыбу себе. Видите, сколько людей сбегалось? Все покупают рыбу свеженькую, такая пришла. Ребята, сейчас вам покажу, какую я сегодня рыбу купил. Вот она. Называется хек рыба. Цена идет от размера 6 евро, 8 евро, 10 евро. Есть именно вот эта рыба, я сегодня за 10 евро купил за килограмм. Здесь 2 с лишним килограмма. Также есть кальмары, креветки, осьминоги по цене. Кальмары стоят от 6 до 10 евро за килограмм. Осьминоги от 10 евро до 20 евро за килограмм. Креветки идут от 12 евро и до 17 евро, до 25 евро за килограмм королевские. Что касается рыбы. Рыба есть, конечно, за 25 евро за килограмм. Это дикая рыба, это дорада, это сибас, камбала и так далее, зубатка. Также я купил рыбу, суповой набор. Вот она у меня сейчас здесь. Вот она, шкапира, шкарпина, морской окунь, сан-пьер и морской петух. Вот он, окунь и морской петух. Суповой набор. Эту рыбу я ее чищу и сразу суп целиком я закидываю, и суп шикарнейший получается. Я вам желаю всем попробовать этот суп Черногории, как вы проведете. Называется рыбля чорба. Хек, очень вкусная рыба, она без костей, только позвоночник. Рыбу я готовлю как? Я ее ем с головой. Черногорцы не едят рыбу с головой. Вот, я ем с головой, я снимаю жабры, внутренности и самое интересное. Тут между позвоночником есть черная пленочка. Ее тоже надо убирать, потому что она горчит. Ее надо убирать полностью. Ребята, ставьте мне лайки, чтобы я знал, что такие видео надо снимать, и они очень полезные. Я готовлю рыбу. Я ее разрезаю на кусочки. Не солю, не перчу ее, обвариваю в муке и жарю на сковородке, потому что это морская рыба. Вся полезная информация находится по Черногории под видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч!